МАЗ 303Е10 – это новая разработка относительно. Это электробус. Автономный ход у него 300 километров. Экологически чистый транспорт, только на электроэнергии. Подогреватели, отопители салона тоже электрические. На конечной станции, на ДС, он останавливается, подзаряжается. Зарядка от 4 до 6 часов. На маршрутах происходит еще рекуперация, то есть при торможении аккумуляторные батареи заряжаются. Вот, и это помогает ему полноценный день работать без подзаряда. То есть срок полезного использования у электробуса от 10 до 15 лет. Таких моделей у нас по Беларуси будет всего 10, по одному в каждую область и 4 в городе Минске.